Привет, меня зовут Айгар. В этом видеоролике я помогу тебе разобраться в возможностях твоего телефона. Ты, наверное, уже слышал такие слова, как аппликации и программы. Звучит умно, но ничего сложного в этом нет. Это все равно, что Skype или программа Microsoft Word в твоем компьютере. Сейчас я тебе покажу. Найти аппликации можно в Google Play. В других телефонах это называется Play Store или Play Market. Там хранятся сотни тысяч полезных, развлекательных и также очень интересных аппликаций и игр. Там можно найти все. И аппликацию DrawGameLV, и рецепты, и счетчики калорий, и даже Библию. Так что возможностей по-настоящему много. Сейчас все покажу. Чтобы начать пользоваться, на экране своего телефона нажми на кнопку Apps и потом на кнопку Play Store. Нажми New, что значит новый, чтобы создать новый аккаунт Google. Укажи свое имя и фамилию и жми дальше. Теперь укажи свое имя пользователя, которое тебе было бы легко запомнить. Если твое имя пользователя уже существует, тебе будет предложено выбрать что-то из списка синонимов. Выбери имя пользователя и нажми Try Again, то есть попробовать еще раз. И если выбранный адрес электронной почты не занят, тебе понадобится ввести пароль. Пароль должен состоять из 8-16 символов. Чтобы его подтвердить, укажи этот же пароль еще раз, вот здесь, и жми Next, то есть дальше. В следующем окне тебе нужно будет указать запасной адрес электронной почты, на который ты будешь получать информацию, если вдруг забудешь пароль к этому аккаунту. Кроме того, ты можешь выбрать секретный вопрос и указать ответ. Когда закончишь, жми дальше. Теперь ты можешь присоединиться в Google Plus. Но в этот раз мы этот шаг пропустим, поэтому жми Not Now, то есть не сейчас. Чтобы завершить регистрацию, нажми I Accept, то есть подтверждаю. Введи текст, который виден на картинке, и жми Далее. Я всегда рекомендую делать копию своего аккаунта, поэтому оставь галочку и жми дальше на Next. Если ты пользуешься телефоном системы Windows Phone, например, Nokia Lumia, то аппликации ты найдешь в Marketplace. И все готово.